В Барселоне стартовал Всемирный мобильный конгресс. Выставку называют самым важным мировым событием в сфере мобильных технологий. Посмотреть на флагманские устройства гигантов телекома съехались более 100 тысяч человек. Они смогут не только первыми увидеть новые смартфоны лидеров индустрии, но и побывать на презентациях самоуправляемых автомобилей и устройств виртуальной реальности. 2000 компаний-участниц, бесчисленное множество журналистов, энтузиастов и отраслевых экспертов. В последние недели февраля Барселона уже по традиции превращается в мировой центр мобильных технологий. Показанные в рамках конгресса устройства предопределят развитие всей индустрии как минимум на год вперед. Спешат получить свою порцию славы и китайские производители. Компания Huawei привезла в Испанию свой новый флагманский смартфон P10, а также умные часы. На презентации не хватило стульев. Посмотреть на новинки пришли 1500 человек. Всемирный мобильный конгресс, без преувеличения, крупнейшее и важнейшее событие для сферы телекоммуникаций. Этот смартфон – наш новый флагман. Его предшественник – модель P9, первое устройство Huawei, проданное тиражом более чем в 10 миллионов единиц. Рассчитываем, что новая модель будет по меньшей мере также успешна. Не отстает и Lenovo. Уже в первый день конгресса компания показала не только свои новые смартфоны G5 и G5+, но и линейку аксессуаров и дополнительных устройств для модельного ряда Moto Z. Проектор, портативный динамик и камеру с оптическим зумом. Наша компания номер два на телеком-рынке ряда стран. В глобальных масштабах мы четвертые. Намерены продолжать стремительное развитие, будем увеличивать свою рыночную долю. Сфера высококонкурентная, но мы успешно в ней работаем. Всемирный мобильный конгресс проходит с 27 февраля по 2 марта в выставочном комплексе «Фира Барселона», стенды которого занимают площадь в 100 тысяч квадратных метров. Ци Чуньна, CGTN.